Приветствую вас, дорогой друг! На связи с вами Александр Новиков. И сегодня я хотел бы вам рассказать о своем новом видеокурсе под названием «Раздвижные панели для WordPress». Для кого этот курс? Данный курс предназначен и построен для тех, у кого уже есть свой сайт, либо блог, который работает на движке WordPress. Вот. Почему движок WordPress? Движок WordPress сейчас самый распространенный движок. Более того, я уже сам пробовал несколько движков, и честно вам скажу, лучше, проще и более ремонтопригодного движка, у которого тысячи плагинов и множество вариантов замены того или иного плагина другим, просто вы не найдете сейчас. Вот, это очень сильно развивающаяся сейчас CMS-система, на которой строят не только блоги и сайты, сейчас на них уже работают и интернет-магазины, и доски объявлений, и даже есть встречаются социальные сети. Итак, сегодня я хочу предложить вам ознакомиться с моим новым видеокурсом «Раздвижные панельки для WordPress». Итак, что я предлагаю? Я предлагаю вам в комплекте со своим видеокурсом идет плагин раздвижных панелей, полностью переведенный, русифицированный и адаптированный на русский язык мной. Что данный плагин позволяет вообще делать, выводить и для чего он вообще может быть полезен? Данный плагин позволяет сверху, снизу, слева и справа выводить раздвижные панельки. Причем данные панельки могут выводиться, они могут срабатывать с автооткрыванием, да, вот автооткрытие, как вы сайт загрузились, через определенное время, скажем, через 5 секунд у вас открывается эта вот раздвижная панелька, и через, скажем, еще 2 секунды она автоматически закрывается. Так вот, таким образом, просто подразнив вашего посетителя, она предлагает, к примеру, подписаться на вашу e-mail рассылку. Человек заинтересовался, он открыл эту панель, далее ввел данные все и подписался в вашу панельку, в вашей панельке, в RSS подписочку. Вот. Таким образом, вот раздвижные панели могут полностью заменить различные всплывающие окна, такие как Pop-up Domination. Кстати, это очень тяжелый плагин. И бывает так, что даже не везде, не всегда хватает оперативной памяти хостинга для того, чтобы он запустился. Вот. А дальше альтернатива RSS-подписка через футер. Есть такой замечательный плагин Optin Crusher, но вот с помощью раздвижных панелей мы можем полностью заменить его функционал. Далее смотрим. Мы можем полностью заменить функционал всяких дразнящих флеш-уголков. Да, мы показали панель, подразнили посетителя, ему уже интересно. Так? Ну и, наверное, самое интересное, на данный момент раздвижные панели в сети интернет не так популярны, да, они только набирают обороты. За границей, например, в Штатах, это уже очень часто встречается на их сайтах. Они везде постоянно используют функционал. Они убирают различные массивные блоки с основного сайта и вставляют их в раздвижные панельки. Тем самым улучшают юзабилити и функционал своего сайта. Так вот, мой дорогой друг, я предлагаю вам опуститься под это видео ниже, посмотреть, ознакомиться, что идет в комплекте моего обучающего видеокурса «Раздвижные панельки для WordPress». Сейчас я сделаю для вас небольшой обзор, то, что будет внутри, из чего состоит сам видеокурс раздвижных панелей и реселлинг-набор для перепродажи и заработка. Итак, сам курс, вот так вот он, менюшечка его выглядит, да. По центру у нас идут ссылки на уроки, которые вы нажимаете и смотрите в полный экран, оно открывается, да, ну, к примеру, вот, запускаем, открывается урок в полный экран, его можно...
его можно, вот я отключил звук, открыть во весь экран, да, в качество HD, великолепно, как будто бы вы находитесь за экраном, сидите, и все четко, все здорово, все вы сможете рассмотреть, проблем у вас, я думаю, здесь не возникнет. Вот. Дополнительно смотрите, к самому курсу идут уроки в помощь. Да, тут более подробное описание смотрите на продающей страничке. Дополнительные материалы, плагины. Вот все, что необходимо. И самое главное, встроенные права перепродажи. Нажав на данную ссылочку, прямо в браузере вы сможете рассматривать PDF-документ с вашими правами перепродажи. Да? Далее, давайте еще рассмотрим, что здесь еще есть очень интересного. Есть у нас исходники для правки Photoshop. В общем-то, все можно открыть с помощью вашего браузера по умолчанию и смотреть все, что вам нужно. Далее, если есть какие-то трудности, вы просто с адресной строчки смотрите путь, где лежит этот файл, в какой папочке, открываете его и дальше работаете с ним, как вам нравится. Здесь, если у вас не будут проигрываться уроки, у вас будет такая замечательная кнопочка «Обновить флешплеер». Вы нажмете, обновитесь, и все у вас заработает. Здесь смотрите полезные ссылки в помощь вам. Если необходимо, то используем их. Вот. Ну, по основному курсу, в общем-то, я рассказал. Давайте я теперь перейду и расскажу вам немножко про реселлинг-набор. Как он выглядит и из чего он состоит. Реселлинг-набор будет выглядеть вот так вот. Тот у нас был красненький, этот у нас на фиолетовом фоне. Здесь у вас будут идти уроки, что и как исправить. Дальше тут рекомендации в помощь, если у вас необходимо вам настроить там партнерскую программку, либо хранить файлы, либо еще какие-либо проблемы, можете здесь использовать, да. Также я здесь вот рекомендую курсы, если вам понадобятся платные и бесплатные. И в дополнительных материалах, что у вас здесь будет самое важное вообще. Вы получаете продающий готовый сайт. Вот сейчас я вам нажимаю, показываю. Вот такой вот продающий сайт. Да, тут все уже красиво сделано, написано. Даны отзывы профессиональными инфобизнесменами, теми люди, кто приобрел уже, да, либо кто уже используют данные панельки, да, кто пользовался моими услугами. Вот. Все это оформлено в профессиональной графике. Так. Встроенные права перепродажи. А также я здесь вставил, что даю готовые баннеры для работы, вы получите в курсе. Так. Дальше я спрашивал у людей, проводил опросы, они мне ответили, для чего раздвижные панели. Вот, смотрите, изучайте. Вот, если у вас есть вопросы, я думаю, вы сможете, прочитав все эти отзывы, понять, и вопросов будет меньше у вас. Так. Особое внимание на то, что как бы не анонсировалось прежде, вы получаете бесплатно в свое пользование готовый курс для привлечения подписчиков в вашу подписную базу. Этот курс под названием 10 нужных плагинов для WordPress. Помимо курса самого, вы получаете от меня также видеоурок и страничку с подпиской, которую вы в два клика исправляете форму подписки, заливаете на свой хостинг, и у вас уже готовая страничка, готовый курс, и вы уже начинаете работать с подписным листом. Подписчики идут уже к вам, не ко мне. Это, пожалуй, наверное, второй ценный бонус, который вы получите, от которого просто, я считаю, отказываться нельзя. Давайте я вам покажу, где он лежит. Вот у нас будет страничка с подпиской, она готовая уже, так. Вам нужно будет только исправить форму подписки, заменить свои идентификаторы. Бесплатный курс после подписки, вот он у вас тоже будет, полностью функциональный, профессионально оформленный.
заливаем на хостинг и даем людям уже готовую ссылку для просмотра. Готовые коды вставки баннеров. Баннеры профессиональные. Стоимость данного комплекта баннеров составляет 1600 рублей, не меньше. Вот вы получаете их абсолютно бесплатно, бонусом к самому курсу. Они идут в реселлинг наборе. Вы можете все эти баннеры использовать в своих нуждах, на своих сайтах, заказывать баннерную рекламу, либо для партнеров, как вам удобно. Есть целый урок о том, как вообще, что делать с баннерами, как их настроить. Возвращаемся дальше. Также вы получаете еще 5 готовых шаблонов писем для релиза. Вот, сейчас я вам их покажу. Вот так вот, тут такой длинный список вообще писем, что вы получите. Так, вставляете, ставите ссылки на свой продающий сайт, и все, у вас уже идет процесс продаж. Вообще этот курс поможет вам не только прокачать свой сайт, он поможет еще вам собрать свою подписную базу, если ее не было, если была, увеличить ее. Вот, и заработать же, конечно, денег на перепродаже, на реселлинге. Ну, если я вас убедил, если вы уже готовы, если вам интересно мое предложение, то переходите по кнопке заказа. Вот, и встретимся уже в моих видеоуроках.